Областная станция переливания крови обеспечивает все лечебные учреждения Подмосковья, в том числе за помощью к областникам обращаются одинцовские врачи. Правда, за последние годы такие случаи единичны. Отделение Одинцовской центральной районной больницы заготавливает кровь и ее компоненты впрок. По сравнению с прошлым годом, у нас количество доноров в 1,5 раза увеличилось. Соответственно, запасы крови тоже прибавилось. Такой острой нужды, как раньше бывало, сейчас уже отделение и больница в целом не испытывает. Но тем не менее, конечно, вот касаемо вот таких вот пациентов, которые с хроническими заболеваниями, то есть острую службу мы обеспечиваем полностью без проблем. То есть это родильное отделение, травма, реанимация, это все хирургия без проблем. Детишки. Ну, немножко еще на такое слабое место, это вот хронические анемии и онкобольные, которым немножко не каждый раз, им надо очень много вливать. И вот приходится немножечко так вот приглашать доноров и проводить акции для этого. Ежегодно областная станция проводит акции по сдаче крови в Одинцовской ЦРБ. Здесь традиционно высокая явка. Ну, сейчас вообще вот с 9 часов, мы всегда к 9 часам приехали, и, в общем-то, люди идут, идут. У нас перерыва не было. Это, конечно, радует, потому что люди отзываются на боль чужую. Вот молодежь приходит, и 18 лет у девочки пришли, несколько девочек у меня было. Общественники всегда в первых рядах на кровоотдачу. Так было и в этот раз. Это очень хорошее дело. А самое главное, что ты осознаешь, что ты спасаешь чью-то жизнь. А ради этого стоит жить. Благодаря совместной работе ЦРБ и общественной палаты донорское движение в Одинцовском районе набирает обороты. Организаторов радует, что на эти акции все охотнее приходит молодежь. Мы начали принимать участие в таких акциях где-то в апреле прошлого года. Вместе с общественниками пришли. И плечом к плечу многие из нас, большинство, сдали кровь первый раз. И сейчас мы уже спустя год делимся своими впечатлениями и понимаем, что если бы не было, наверное, тогда вообще общественной палаты вот этой акции, мы, может быть, и не стали донорами, не приходили спасать жизни людей нашего родного района. И поэтому, честно говоря, у меня встает вопрос, почему это так, может быть, непопулярно, да, и так мало, может быть, информации, так мало людей. Возможно, нет таких коллег, нет таких дружных людей, с которыми можно, друзей, которые плечом к плечу могут прийти и побить вот такой небольшой страх, чтобы сдать кровь. Потому что помощь близкому, спасти жизнь кому-то, наверное, заложена внутри, всегда хочется. Но вот этот вот страх, что-то новое, прийти и первый раз сдать. Поэтому приходите, это не страшно, нужно просто это сделать один первый раз. Напоминаем, что каждый вторник и четверг отделение переливания крови Одинцовской центральной районной больницы проводит забор крови и ее компонентов. Если вы здоровы и у вас активная гражданская позиция, приходите. Ваша кровь может спасти чью-то жизнь. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».